На конкурс «Дети читают стихи». Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, Федоров Глеб, 5 лет. Лист бумаги, Сергей Михалков. Застой бумаги, свежий лист, ты бел как мел, не смят и чист. Твоей поверхности пока ничья не тронут будут, ничья не тронута рука. Чем станешь ты, когда, какой, исписан будешь ты рукой, кому не что-то принесешь, любовь, разлуку, раду, ложь. Прощанием ляжешь ты на стол, или обратишься в протокол, или сомнет тебя поэт, бесплодно встретивший рассвет. Нет, ждет тебя удел иной, однажды карандаш цветной пройдется по всему листу, его заполнив пустоту. И синим будет небосвод, и красным будет проход, и черным будет в небе дым, и солнце будет золотым.